восстановят одну из старейших фресок в России. В рамках рабочей поездки по стройплощадкам города губернатор региона также проинспектировал, как проходит реконструкция здания саратовского ТЮЗа. После пожара в театре чудом частично сохранилась стена, выполненная в старинной технике палех. Фреску начнут восстанавливать уже на следующей неделе. Сейчас стену около нее уже зашили гипсокартоном. Что касается остальной части здания, то уже усилили фундамент и колонны, выполнили частичное восстановление стен, идут работы по монтажу освещения. Кроме того, рабочим удалось полностью откачать воду, скапливающуюся в подвале ТЮЗа. Все восстановительные работы глава региона дал указание закончить до 25 декабря текущего года.